Я его брат, вот брат, я всех ушел, я вот вас тоже убегу. Как делишки, ребятишки, с вами снова Дисан ЖК Игорь, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, челлендж в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайкусики, только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы тоже поддержите нас своими лайками и соберете их большую-большую кучу, чтобы вышла еще одна смешная интересная серия, которая вам понравится. Приятного вам просмотра. Там три шоу наркоманы, готово, да? Нет, тут нет. Я не слышал вас! Ну давай, вперед! Похлопать. Поехали, вперед! Выходите! Все, вылез, выключаю. Давай ты! Я уже был и вторым, и первым, а третьим все не был. Я должен заделать дырочку. Беги, лес, беги, лес. Лес, беги. Беги, лес, беги, лес, который управляет. Ой, ребята, ой-ой-ой. Давай, без экрана. Что, Эдисон, а шо вы лампочки не мне не понажали? Ой, да я включил, я все. Да два. Где украл мои подгузники? У меня ничего нет. Это ты украл мои подгузники? Не. А где мои подгузники? Да нету у меня ничего. У тебя мои подгузники. Не, у того, кто уписал. Я знаю. Я дерево ко мне подгузники. Ага, ты дерево знаешь. Я просто дерево отстань. Ты украл мои подгузники. Беги, лес, беги. Я побежал, ничего не было. Я знаю, что это вы, я знаю. Не, у меня ничего нету. Ничего нету. Уйди от меня. Подгузники он украл. Ой. Ты даже отпустит. Опять запикивать. Почему опять запикивать? Ты вообще только что. Я вообще ничего не понял. Ой, братишка. Ничего, накурили меня. Это что-то очень странное, но мне понравилось. Это что-то гипер странное. Это что-то такое, да. У тебя что, скин не видели мой? Да видели. Иди отсюда, иди, скин, иди отсюда. Ой, ну давай, Игорь, покажи класс. Так, ну короче, сейчас, нам нужно найти мне кое-какие предметы, понимаешь? Залы, давай! Об голову! Тебе нужно скупать в фонтане! Прыгай! А блок головой разбить, Игорь! Блок! Давай, блок головой! Блок головой! Все, взрываем его нахрен! Хороним там! Смотри! Давай! Еще раз мы не видели, еще раз! Давай! Да все, хватит. Давай проваливаться. Так, давайте что-то прям смешное, чтобы смешно было. Так, я не понял, а что он прям не смешной? Да чтоб все засмеялись прям. А так, вы все смеялись, когда выходил? Давай еще раз. Давай, Жека, чтоб все засмеялись. Я так не получится, наверное. Да все получится, ты верь в себя просто. Да я верю в себя. Меня смотрит кролик, и мне немного страшно. Ты в ДВ, какие страшно. Ну кролики это. Убей кролика головой! Кролика головой, изи! Давай! Да вас помил, что вы там делаете, дебилы! Этот кролик убивает. Подожди, иначе да, тут пешеход переходит, да остановился. Он на меня смотрит, подожди. Да уходи ты, паскуда. Ой, обкатился, твою мать.
мою товарку. Кролика убери. Ну, убери кролика с пешехода. Ты не пройдешь, падла! Не пройдешь! Он прошел, смотри, вот за тебя он прошел. Бегите, глупцы! Убегай! Бегите, глупцы! Бегите, глупцы! Ну не пройдешь, не пройдешь! Уберите этого кролика, пожалуйста. Не пройдешь. Давай, готовы? Да, готовы, давай. Давай. Вы тут не видели, вчера печенька тут пробегала, которая от бабули, от бабули вот убежала. Помните, такая была, печенька тут пробегала, которая что-то материлась, вообще плохо говорила, или там от бабули ушла, от дедули ушла. Вот я её брат, вот брат, я всех ушел, и вот вас тоже убегу. Слишком взрослый конфет. Сплошной пик пятисекундный такой. У меня просто слов нет, я не знаю, как дальше. Как дальше жить? Как дальше жить? Ну давай, лес, беги. Беги, лес. Да. Как давайте, кто со мной выйдет, один на один пойдем. Не хочу, я нет. Так, ты, я вижу, ты подкачанный, тебе нужно выйти со мной. Давай, пойдем. Я не спал 7 дней. Я не могу выйти куда идти. Давайте. Я никуда не пойду. Я самый мощный гладиатор в этом мире. Я никуда не пойду, нет. Да ладно. Уходи, гладиатор. Дверь закрой. Давай даже работай, настраивай гладиатор, он поломался. Выдавай гладиатор. Подожди! Это такое? Чё за рыба такая странная? Жена! Не надо, не боюсь. Все, уходи, я пушку вышел. Ой, бешеная рыба какая. Отстань, иди отсюда, топи нас. Давай, проваливай. Как рыба называется? Карась. Карась волшебный. Подожди. Не смеяться. Не надо, ты смейся, ну нет! Ну не смейся! Самые мощные скины вообще. Мощный скин. Я как он лежит, так чисто. Да, возьмите меня. Да, вперед. Только не сзади. В общем, я все, я роль свою отыграл, кто следующий? Ну давай, Игорь. Я сейчас уже так быстро. Это финальный, только финальный круг. Финальный круг. По кругу, Игорь, давай. Ну ладно, хорошо. Да, мы готовы. Все, давайте вот сейчас будет все спокойно, адекватно и не смешно. Давайте мы разочек хотя бы успокоимся, никто не будет сушить. Да, я уже не смешно буду. Не сушить и смешить никто не будет. Смешно не будет, я вам обещаю. Смешно не будет. А, то есть ты обещаешь. Спасибо, но я просто... Так вот, вот кто виноват, грибочки, да? Да, и я тоже такие грибочки хочу, да, Жек, с тобой поделиться. Всё, я пошёл. А подожди, почему ты, по-моему, я сейчас? Эдисон, ты сейчас, по-моему, я. Да, я один уже заточил, поэтому... Ладно, что... Это пошло не по плану. Да, все, продолжаем. Все. Вот Игорь сказал, будь не смешно. Было не смешно. Твоя очередь. Рассмеши нас, Евгений. Если ты нас рассмешишь, мы тебе дадим ничего. Вперед. Да, я согласен. Моя прелесть пропала! Да, не, вот она, держи.
У нас забей на прелесть, на грибы. Типа грибы. Прелесть! Это прелесть! Это будет прелесть! Моя прелесть! Ура! Ну, скоро его отпустят. Нормально, нормально. Да, это у меня еще две есть, держу. Тут еще одна валяется, подожди. Я тоже вот держи. Всем бутылками не кидайся в меня! Моя прелесть! Не, я не знаю, у меня все скинов уже нет. Просто выходи. Мне кажется, я сейчас заплачу, по-моему. Хорошо, да. Последний раз я буду плакать уже. Меня реально скинов больше нет, давайте. Я самый дебильный. Давай. А то... До этого было все адекватно. Ну да, да. До этого все нормально. В пределах адекватности. Да я сейчас серьезно. Ну да, да. Я просто учился мастерству пару лет, знаете, и у меня... И кролик убегает, это ты? О нет, о нет! О нет. Подожди, нет. подожди, я должен облегчить его муки, стой! Да не надо ничего. Давай, вперед. Вот вы не владеете спокойствием, каким я владею. Вот я тренировался шаолиньских монахов, понимаете? Шаолиньские монахи меня тренировали. Спокойствие, спокойствие. Я учился карате 10 лет. Как это, с правой. Справа! На! Интересно, а у тебя почему голова как кирпич стала? Просто получал где-то много по голове. Погоди, держи. Я поделюсь своей прелестью. Пацаны, давайте мы с грибами как-то. Он спортсмен, ему по времени. Я специально шаолиньские монахи. Юзай. Не. Справа, слева, справа. Прием дикого мангуста. Провалился. Убил с одного удара. О, нет. Нет! Нет! С правой! Так, мне кажется, нужно заканчивать эту богадельню, потому что это сейчас куда-то не туда надо идти. Да, я буду сам заканчивать, давайте без лала. В общем-то, дорогие друзья, вы обязательно должны нам поставить лайки. Или Жеку мы убьем. Лайки. Если вы хотите, чтобы не умер Жека, то ставьте лайки. 15 тысяч лайков, выходит сразу новая серия с вот этих всяких ха-ха-ха. Не, вот. Я, конечно, не против 15 тысяч лайков, но это слишком много. Да, ну давайте как можно больше. Просто как можно больше. Да, и также не забывайте это, подписываться на канал, не забывайте, обязательно. Инстаграм, ё-моё. Ну там такие красавцы, вот прям как тут. За просмотр, удачи, всем пока.